первый. Итак, у меня здесь Fiat Coupe. За него заплачено 900 фунтов, так что полиция могла бы приобрести 10 таких же за стоимость одной Астры. Это 20-клапанная, 5-цилиндровая турбоверсия. Может развивать скорость до 245 км в час. И, конечно, если бы он появился в одной из таких полицейских передач с авариями, наши офицеры выглядели бы отважнее. Печально, но того же нельзя сказать об автомобиле Джеймса. Джеймс стал масоном. Давайте я вам покажу. Привет. Вообще, чтобы вступить в ряды полиции, надо быть масоном. И таким образом, у тебя масонская машина, поэтому я совершаю секретное рукопожатие. Привет. Джеймс, это Lexus. Да, это так. И ты заплатил? 900 фунтов. Этот стоит столько же, но гораздо лучше. У полиции проблемы с подбором сотрудников? Да. Значит, ты предлагаешь полицейскому весь день провести за рулем скучного Лексуса, а ведь полицейский мог бы ездить на 20-клапанном Turbo-R в служебном Фиате Купе. В гараж. С ним все в порядке? Не совсем. Наш спор прерван на волнующем моменте. Но это... Это... Прибыл офицер Барби! Да, они же все ездят в рейндж-роверах. Это полиция, а не салон парикмахерский. Верно, но вы все время видите полицию во внедорожниках. Это, конечно, бюджетный вариант, но я подумал, что он будет отличной альтернативой. Suzuki Vitara 1.6 GLX. СИ 94 года. Как это будет выглядеть, когда ты в ней затормозишь около чьего-либо дома с известием, что муж погиб во время аварии на производстве? Потом Джеймс и Ричард принялись за мой автомобиль в стиле Дона Джонсона. Так ты собираешься забраться в кабину автомобиля-эвакуатора и сказать: «Следуйте за мной». Вы арестованы. И у вас случайно нет ремешка для моего старого Фиата? Он вон там стоит. Но я нанес ответный удар, показав одну особенность. Ты можешь открыть багажник? Да, открыл. Видите? Да. Готов к вооруженной осаде. Точно. Я заблокирован в машине Робертом Де Ниро. Мне надо добраться до своего М-16. Я просто пробираюсь здесь, не выходя из машины. Пришло время для испытаний. Мы еще не знаем, что нам предстоит. Но если необходимо поехать в Брайтон и навести порядок в его гей-клубах, то вы уже на месте. Да. У нас есть испытания, парни. Только, пожалуйста, не будем больше упоминать Брайтон. Теперь, когда автомобили уже приобретены, каждый должен с помощью своего таланта и навыков превратить их в идеальный современный полицейский автомобиль, потратив не более 500 фунтов. А потом надо встретиться на треке для серии испытаний, чтобы определить лучшего.